Их слово – это движение. Спектакль-балет по мотивам литературных произведений сибирских писателей представит государственный ансамбль песни и танца «Алтай» для зрителей. Премьера постановки на фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Сейчас идут репетиции. Четыре хореографа, четыре части. Одна из них – по прощанию с матерой Валентина Распутина. Хореограф Алексей Расторгуев, художественный руководитель Пермского театра «Балет» Евгения Панфилова. Это такая деревенская жизнь. Это история главной героини, которая здесь будет прослеживаться. Это и женская судьба, и женская доля, и это обязательно дом, потому что дом – это там, где жизнь. И ее переживания, страдания и предчувствие того, о чем нам рассказывает литературный сюжет. А это остров, который уходит под воду, потому что строится ГЭС, и потому что земли затапливаются, деревни уходят, деревни остаются под водой. То есть это такая человеческая трагедия. Кроме Алексея, над спектаклем с ансамблем работают Дмитрий Залесский, Юрий Смекалов и Александр Могилев в рамках мастерской народного артиста СССР и Российской Федерации Владимира Васильева. Пока рабочее название «Край возле самого неба». Мы, как обычно, пропагандируем творчество наших земляков. Читая сибирских писателей, всегда проникаешься их любовью к своей малой родине, любовью к каждому человеку. Их волнуют практически одни и те же темы. Это деревня, это мать, это, может быть, женщина, это силы мужчины или сомнения его души и так далее. То есть какие-то определенные темы все равно объединяют всех сибирских писателей.